Рыбакит, папа рисует. Добрый вечер, привет, меня зовут Ваня, а ты на канале Рыбакит. Сегодня мы будем рисовать осеннюю собачку. Сегодня мы рисуем на арт пятница, у нас пятница проходит по пятницам, проводится. Мы рисуем осеннюю собачку и рисуем масляной пастелью. Масляная пастель гамма, так она называется, классно вот здесь лежит, все здорово. Берем и рисуем собачку, она у нас супер-супер осенняя. Я не знаю, как я ее нарисую, но я возьму сначала желтый. Нет, сначала оранжевый. Да, оранжевый. И нарисую, наверное, что у нас осенью бывает. Много деревьев, да? Я нарисую много кружочков, оранжевых кружочков. Таких вот кулебяк, разных кулебяк. Много. Это будет цветочки. Нет, это не цветочки, это листочки. 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 Также листочки здесь лежат, и я их тоже нарисую. Вот такая вот у нас, такая вот осенний рисунок для уже осени. Же наступила почти. Многие уже знают, что осень наступила, хотя еще тепло. И это наша осень. Основа, это декорация, это сцена туда, куда выходит наша собачка. А собачку я рисую черным цветом. Она будет черная, длинная, вот такая. У нее будет такое тело. Такое длинное тело. Тело мы его закрасим пастелью. Раз. Очень мягкая пастель, красиво рисовать. И очень ярко получается. У собачки будет... наверное, мордочка вот так идет сюда и сюда. Собачка очень довольна чем, не знаю, но у нее есть ушки. Сюда собачка и сюда ушки пришли. Она улыбается. Вау-вау-вау, кричит она. Вау-вау-вау. А здесь внизу ей рисуем ботинки. Собака вышла погулять в ботинках. Бывает такое, особенно в городе такое можно встретить. Есть собака, есть хозяйка, есть хозяин, может быть, и есть у нас гуляние. А добавим ей цвет ботиночек. Я думаю, красные подойдут ей ботиночки, потому что красный такой цвет осени. Следующий у нас есть оранжевый, желтый. Желтый мы еще не используем, но будем использовать. И у нас есть красный цвет, тоже желтый. А коричневый тоже используем для цвета осени. Дерево. Дерево же мы должны нарисовать такое дерево. Вот такая у нас собачка. Осенняя собачка гулять пошла и вот не заблудилась, а просто гуляет. Хотелось бы нарисовать ей как-то лицо. Давайте попробуем. Небольшие глазки и носик, чтобы видно было. Белой пастелью на черном можно рисовать. Она очень мягкая и получается яркая. Так как у нас только начало осени, так что давай нарисуем еще солнышко, которое светит. Еще бывает солнышко, и оно светит на нашу собачку. Ярко-ярко горит. И еще можно понежиться в лучах. Так что не сиди дома, погуляй. Все такие вот прохладные дни, может быть, настанет. Даже, может быть, дождичек пойдет. Но все-таки еще бывает... теплота. А теплота не ушла, а солнышко светит. А что еще нужно? Гулять, если у тебя есть собака, прям бери, гуляй. Такая осенняя собака у меня получилась. Сегодня рисуем только собак, и арт-пятница продолжается. Пудели, я что-то нашел побольше пуделей и рисую их. Наверное, рисую пудель. Так. Привет всем, кто рисует со мной. Я буду рад посмотреть на ваши рисунки. Сторис, если вы рисуете, то поделитесь, сделайте сторис на открытом аккаунте на вашем. И напишите собачка рыбаки 3, чтобы поделиться вашим рисунком. Приз я нарисую. Рисую рисунок для тебя.